Так, регби набирает популярность среди школьников России, но в нашей республике этот вид спорта только начинает развиваться. О методике проведения игры, об основах, тактике и технике рассказали и показали на мастер-классе в Черкесске, который провел профессионал по тек-регби из Москвы. Чем интересна эта игра и каковы ее правила, узнавала Альбина Ламкова. В мире спорта есть известное выражение «регби – игра хулиганов, в которую играют джентльмены». А если по-простому, это настоящая команда единомышленников. В ней приветствуется честность, уважение к сопернику и к судьям. И пусть не смущает форма этого мячика. Она совсем не та, к которой мы привыкли, круглая. Но от этого игра в него не менее интересная. Семинар-мастер-класс проводили для учителей физкультуры из городов и районов Карачаево-Черкесии. Первая часть встречи состоялась из вопросов и ответов. Педагоги не особо имеют представление о необычном виде спорта тег-регби. И задача на сегодня рассказать о нем подробнее. Особенность этого легкого вида регби в том, что он бесконтактный. Игра абсолютно дружная, веселая и совершенно безопасная. Что вы использовали, чтобы бежать в разных направлениях, чтобы не сталкиваться? Меняли траекторию. Меняли траекторию. Тег-регби – уникальный вид спорта. Им могут заниматься как мальчики, так и девочки. Дети получают в игре только одни эмоции – позитив и радость, объяснили на семинаре. Каждый участник команды носит пояс, к которому прикреплены две липучки. Цель игры одна – забежать в зачетное поле и приземлить мяч. При этом пасы вперед делать запрещается. Чтобы дети играли, потому что это игровой вид спорта. Играли, получали удовольствие. Когда только почувствуют, что это такое, вот, честно, это надо видеть, когда ребенок играет. Тег-регби постепенно внедряют в спортивную жизнь школы. Министерством просвещения уже принята программа по развитию этого вида спорта в каждом регионе. Сам поиграл, очень понравилось. И вот у меня личное желание появилось все время играть. Хотя я был как-то не так настроен, не очень хорошо, но очень мне понравилось. Теперь я детям буду внедрять это. Адреналин очень сильный такой. С баскетбольным или волейбольным мячом играем. Там, когда дети бегают, мы думали, это регби. Оказывается, это не регби, это мы просто толкаем друг друга туда-сюда, бегаем. Обучение этому виду спорта состоялось впервые. Игра вдохновила всех участников мастер-класса. Осенью состоится более расширенное занятие по тег-регби. Могу бесконечно рассказывать об этом. На самом деле на сайте Федерации регби России, на YouTube и на сайте методического центра федерального есть правила. Любой учитель на YouTube может зайти. Ссылку Федерация регби Карачаево-Черкесии будет отправлять в каждую школу, каждому учителю. 16 минут видеоролик, люди смотрят и понимают все правила тег-регби. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.